Друзья, под прошлым роликом вы собрали очень много лайков. Такое количество лайков заставляет снимать все больше и больше прикольных роликов. Давайте сегодня под этим роликом мы соберем 5000 лайков. И тогда я сразу выпускаю для вас новенькое видео. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрка и Димка. Мы находимся в GTA 5. Это шоу «Битва копов против воров». Здорово всем, пацаны! Итак, ребята, сегодня, как вы заметили, у копов есть подкрепление, друзья. Да-да-да, сегодня Димка и Юрка будут в роли копов, и у них сегодня есть напарники, которые сегодня должны будут мне помешать угнать тачки со стоянок, друзья. Вкратце правила этого прикольненького шоу. У нас есть 3 стоянки, на каждой стоянке у нас есть 3 крутые тачки, которые сегодня я должен буду угнать у Димки и у Юрки. Будет весело и круто, поэтому ставьте лайки. Собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия, ребята, по битве копов против воров. И, ребята, обязательно жмите на кнопку подписаться, чтобы она стала серой. И, ребята, тогда вы будете в нашей банде. Это, ребята, самое-самое главное, самое крутое. Поэтому мы готовимся к первому раунду. Let's go! Погнали! Итак, друзья, сегодня я придумал очень прикольную тактику, а именно тактика клонов, ребята. Сегодня буду играть за такого чувачка, и у меня есть 2 клона, которые сегодня помогут мне угнать тачки у Димки и у Юрки. Будет весело и круто, поэтому ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по битве копов против воров. А мы готовимся к первому раунду, let's go! Итак, друзья, мы уже приготовились к нашему первому раунду, и копы, рассказывайте ваши планы. Планов нет, нет планов. Нет, да. Планов? О, ну слушай, у вас вообще как-то странно. То у вас дофига их, то у вас их вообще нету. Ну и по-любому вы что-то придумали. Что по-любому как бы... Юрка, стой, да? Стой. Ну ладно. Смотри, смотри, тайтика вот такая, смотри. Просто тайтика. Смотришь, да? Он смотрит, да? Бамс. Все, пацаны, иди. Я кое-что было сделать. Сейчас. Я кое-что сделаю. Нормально. Да уж, ребята, все, я убрал отображение игроков на карте. Теперь я никого не вижу. Самое главное, ребята, это правило такого нашего шоу. Ну и мы, друзья, должны сейчас как-то выполнить наш план. Вопрос лишь в том, как сегодня приготовились, да, копы к этим угонам, потому что есть... Я держусь, братан, я держусь, потому что реально, ребята, тачки есть, тачки, по идее, сегодня быстрые у нас на угон готовы. Вопрос лишь в том, как сегодня я их угоню, и угоню ли я их вообще? Ой. Вообще? Так, на самом деле, да, нет, любопытно, интересненько, любопытненько, потому что пока непонятно, что происходит со всем ослом вообще. Но. Я понял. Что ты понял? Тачка есть. Очкудук! 3 Димана. На самом деле, идея с помощью копов, это хорошая идея была. Да, да хорошая была идея. Не понимаю, я вам скажу вообще только одно, что... Идея, может быть, слушай, хорошая была, но вот... Я кое-что не понял на одну секунду. Есть. Я на одну секунду кое-что не понял. И чё? Так, вообще, ребята, есть план, есть идея, но есть одно большое но. Кто из вас, друзья, невидимка? Я не понял на одну секунду. Какая как это... невидимка? Кто-то из вас какая был невидимка? Невидимым. Вопрос, кто? А... Эй, ты чё? Нет, молодой! Такой, молодой, ты чё тупишь? Нужно помочь! Нужно помочь! Да давай, ты чё? Ты чё? Эй, ну тут как, давай, ты уже что-нибудь... Всё, я вам помог. Я вам помог. Чего там происходит, пацаны? Коп одного задержал. В смысле? Чё было у вас? Чё у вас было? Тактика моя сработала. Чё у вас было? Ещё один бот. А чё у вас было? А чё ботов столько ходит? Уехал форт, я за фордом, куда он уехал, я его не видел. Какой форт уехал? Где форт уехал? Вот он, вот он, я удержу. Это боты, наверное. А где форт? Какой форт? Я поймал форда, лови других. Лови других. Ладно. Лови других. Чё ты делаешь? Работает. 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 Понимаю. А, так я как бы я все понимаю. А что у вас за рулем? Кто сидит за рулем? Что за бред? Вообще, что за бред? Я не понял. А в смысле? А как это не понимаю? Что это? Ну там стоит машина, в которой сидит уже полицейский. Алло, кто это, блин? Это не те, которые были по самое начало. Юра, ты же за фордом поехал, Юра? Я его этот повысил. Юра, ты же за фордом поехал или что? Да. Я за лотосом еду. Так я фордом. Понял. А где он поехал за фордом? В смысле? Лотос? Нет, сказал, я форда упустил. Стой, ты начал сзади, приехал посмотреть, что происходит. В смысле? Ну, там желтый какой-то. Я не знаю, у меня тут 2 фуфла в одной тачке, я понять не могу. Да, я все понимаю, конечно. Ты все еще не можешь понять, да, кто из них кто, ну ладно. Я, конечно, все понимаю, но, блин, я не понял, почему сидел полицейский за рулем машины моей, которая должен был, по идее, угнать. Что за бред, алло? Как это возможно? А я, короче, как понял, я когда увидел, что...
тачке бежит чувак, у меня, получается, коп из машины вышел и стал тупить, садиться, выходить, короче, понял? Туда-сюда. А, да? Я так понимаю, там, походу, вот эта вся фигня сбилась, и они друг друга, короче, не пропускали. Чё, типа. Блин? Ладно, ребята, я... в итоге потом, да. Не знаю, что будет дальше, но пока, ребята, тачку я вроде как угнал, самое главное, но просто лишь в том, есть ли хвост или же его нет. Вроде как пока более-менее. У меня, конечно, не самая быстрая тачка, но вроде как окей. Хорошо, только не взорвись. Сейчас значит, бы еще бы было бы красиво, если бы получилось бы. Ну ладно, получилось, но не до конца. Так, ну ладно, как у вас там дела, уважаемые мои? Рассказывайте, как у вас там дела. Дела все плохи, я так и не понял, где кто. В смысле? Да нет, Диман фуфлит, по-любому Диман поехал за ботом, я в этом уверен. Ну камон, ну в смысле? Да не, ну, конечно. Я потом вернулся. Да я себя даже не видел, где-то возвращался, реально? Ну ладно, потом посмотрим, проверим, но не знаю. Так. Ты не вылетел? В смысле? Куда? Куда не вылетел? Ты у меня с моста только что прям влетел вниз, слышь? С моста вниз? И ко мне вниз! Куда с моста? Я не понял вообще тебя, на секундочку. Понимаю, рассинхронно. Ты, короче, у меня ехал по магистрали вот это и прыгнул, короче, ко мне. Серьезно? Да. Странно очень. Так, ну ладно, не, вроде ну, как угон. Ушуршаешь, да? Угон, вот надеюсь, такое. Что получилось, ребята, поэтому... А, стоп, это не сюда. На секундочку, проехала не туда, куда надо. Это нужно ехать вот сюда. Так, где надеюсь, ты? Что... Вылази. У меня просто есть компаньон, который вообще сегодня отдыхал, потому что... Че ты не угнал-то, блин, дурень? Ребята, новый раз. Раунд, поехали дальше. Так, ну, вроде как, надеюсь, что план сработал, но нужно кое-что проверить, потому что, по-любому, я думаю, что Димка фуфил, но это, ребят, нужно просто как-то проверить. Так, надо кое-что проверить, кое-что посмотреть, потому что где-то мы такое уже видели, и надо, ребята, проверить. А где Димка ехал за ботом, вдруг как-то он его терял неожиданно. Вот, я как бы не хочу попасться на эту же удочку, поэтому давайте мы кое-что сейчас сделаем. А что, а вдруг делаем сейчас красивый маневр такой вот, который Диман, ну, стопудово не ожидал бы, даже если бы он был Удочка, бы рядом со мной. Людочка. Подозрительно кое-что сзади меня. Я не доверяю никому. Я просто никому не доверяю. Давайте мы сейчас сделаем вот таким вот образом. Я не знаю, что он там делает. Короче, я еще одного копа Валеру, наверное, с собой возьму. Так, давайте мы припаркуемся здесь. Пускай будет пока так, не знаю, сработало, не сработало, идем дальше. Итак, друзья, мы продолжаем. Время у нас идет дальше. И у нас пока вроде как некоторые угоны получились. Но вопрос лишь в том, насколько, друзья, они получились. Потому что, тем не менее, Диман, конечно, говорил о том, что он потерял нас, все дела. Но, друзья, что-то я его, тем не менее, не видел в прошлом угоне вообще. Поэтому так, сейчас нужно действовать, друзья, максимально незаметно и максимально тихо. Ага. 30-30 холодильник, 30-30 телевизор. Визор 30-30 и два фиксика внутри, ребята. На самом деле, я надеюсь, что... Один фиксик убежал, но как бы... Это явно не ты, это слишком целенаправленно идет. Да? Куда он убежал мимо у меня, чё? Реально? Куда он делся? В тачке сидит. Куда он делся? Где, в какой тачке он сидит? Куда он делся? Чё? Кто, куда? Чё у вас там происходит, пацаны? Чё? Чё у вас там? Чё у вас там? Фиксик тачку спиздил. Он пропал? А ты видел, куда он поехал? Реально? Он пропал? Нет, у меня максимально осторожно. Я не заметил был. Даже, он А что у вас там, пацаны, короче? Происходит? Как у вас дела? Все окей? А куда реально? Вы делись-то? Димон, ты куда делся? Да в смысле? Я на другую парковку поехал так-то. Серьезно? Ну, а другой куда поехал? Второй бот, как минимум, я не знаю, третий что-нибудь угонит или нет. И вообще, есть он, нет. Ё твою мать! Вот это было неожиданно. Так, нормально. Па-пам, хорошо. Ты в смысле долетел до туда? Тыц-тыц, хорошо, действуем дальше таким же образом. Ребята, нормально. Нет, такого меня не готовили, алё. Ну, мне пока нравятся такие раскладики, на самом деле, к такому не готовили. А, зря. Короче, максимально гоню на тот берег. Димон прилетел? Я просто к Диману прилетел. Куда ехал по мне на голову? Вижу, Гарри Поттера. Тень какая-то летит, думаю. Главное, чтобы не заметил, что я за ботом. Все, вот фура, нифига себе, фура катается, прикольно. Так, окей, ребят, действуем дальше. Пока неплохо. Пока неплохо. Давай. Реально? Где? Да не было ни разу. А, он в это полетел, там, где дерби проходит. Я запрыгнул на магистраль, вот это я красиво. Там, где дерби проходит, он там, где дерби проходит сейчас. В смысле? Как меня здесь видишь, я не понимаю. А, понял. Так, давайте мы сейчас сделаем красиво, ребята. Давай. Так, ну пока ты летаешь... Слишком красиво получилось. Это хорошо.
Возможно, возможно. Ой, я думал, ты сейчас на мост залетишь. Да, я тоже. Я тоже на это очень надеялся, на самом деле. Выравниваемся и... Давай, давай, сделай красиво, я GoPro-шку сделал. Давай, братишка, снимай, потому что я делаю красиво. Да, типа того. Вот, на самом деле, ну я не думаю, что кто-то здесь может находиться около меня, ибо это как бы... Хотя... Мост? Мне важно. Какой мост? Так, ну... Ну ладно, сейчас проверим. А вон он едет! Они там вдвоем! Они там вдвоем едут, так. Так, а он это еще хреновен. Так, давай, ребята. Пихай его, пихай! Кому там пихать, вот собирайтесь, пацаны, вы что вы там делаете? Пихаю, нормально все. Да, понял. Вау! На дырке встал финир, чего? Хорошо, ребята. Так, ну все, я думаю, сейчас уже просто нужно тачку аккуратно угнать и все. Придется тебя оставить. Че вы здесь делаете? Эй, в смысле, откуда вы здесь взялись? В смысле, где? Да в смысле, вон передо мной стоит машина. Такой, в смысле, кто там? Кто это говорит? Блин, на самом деле это хреново. Это любой сейчас трамплин прыжок, и ты улетишь. Да вот именно. Не надо! Надо. Я успел тебе только прописать. Только... Я не вижу. Я все понимаю, но как бы давайте вот без этого. О, хорошо. Вроде нет, как ноутбук. Я поэтому нормально съехал. Да. Так, ребята, делаем последний красивый маневр. Надеюсь, что он мне реально поможет хоть как-то. Давай. Он нормально. Куда еще полетит? Вот, давай. Неплохо. О, неплохо, красиво, говорит? Даже. В смысле, красиво? Эй, я не для тебя делал эти маневры, в смысле? Зачем я GoPro-ху взял? Йоу. Нормально. А я спустился. Куда спустился? И ко мне вниз. Блин, я, конечно, понимаю, тачка прикольная, ребят, но она вообще не едет. Вот вообще не едет. Давайте просто запаркуем ее здесь. Просто, ребят, запаркуем тачку здесь, не знаю, получилось, не получилось. Идем дальше, надеюсь, что, ребята, получилось. Итак, друзья, мы продолжаем, но интересно лишь один очень важный факт. Ребята, что я еще не угнал, чтобы угнать, привезти тачки, потому что... О, а что? Что ты там не угнал еще? А что, а вдруг? А что, а вдруг? Да, я... Мародер. В смысле, реально мародер? В смысле, мародер. Я его задавлю. Зачем? Я, конечно, все понимаю. А что ты вышел-то? А что там за пассажиры сзади сидели? Так это отряд спецназначения сидела. Да, это было жестко, пацаны, даже слишком жестко это было, я такого не ожидал. Там такая темно-тень же. Не, там видно сзади их было жестко, на самом деле, очень. Да, блин, а я надеялся на то, что там видно их не было. Не, их видно было хорошо, поэтому да. Это слишком было жестко, пацаки, поэтому да. Но я хочу тачку-то хотя бы... В смысле? Что такое там? А, пинга. Здрасте. Пинга, здрасте. Опа, пинга, здрасте. Так, я надеюсь, что получится у меня сделать красивые маневры. Киндер-пингви я люблю. Киндер-пингви я люблю. Да-да-да. Так. А это, честно, рабочая тема или не рабочая? Что тут стоишь? Это не рабочая тема. Не особо. У него скоряшка есть, но почему-то она не работает. Через раз работает, как да, она именно... Она по земле вроде как работает, да? О, да-да-да, сработало, поехали. Но. Я знаю лайфхак. У меня замерзла пяточка, я подложил к системнику, у меня она теперь это греется, обогревается. Неплохо ты придумал, конечно. Когда обогрев компа на уровне, как говорится, точнее, охлаждение компа на уровне. Так, на самом деле, конечно, я понимаю, но... Да, я, конечно, понимаю, друзья, но... Ты какого хера остался-то сверху, я вперед улетел. Я на кубы улетел, вообще. А, серьезно? Вы что, серьезно? Серьезно? Это хорошие новости, потому что я... Где делся? Там меня не, уже ну его нет. Здесь нету, значит, он не пинганул, он реально врезался, может быть. Я прям мимо пролетел на всех скоростях. Так, ну, я вот что-то не понимаю пока. Ребята, получилось, не получилось, сделали все красиво и грамотно, но вроде как пока нет хвоста. Самое главное, поэтому, мне друзья, закопов действуем. Обидно еще.
За те, которые вдвоем сидели в одном этом пазике, да, блин, отдыхали, да? Ну это жестко. Так блин, это их рабочее еще... место. Да, рабочее место, и там с них совещание там или что. А на самом деле, давайте мы сделаем вот таким вот образом. В принципе, я думаю, что неплохо получилось. Ребята, идем дальше. Впереди, думаю, что уже последний угон на сегодня, да. Ну что, ребята, дорогие, я продолжаю наше шоу. И как я говорил, у нас последний раунд на сегодня уже. И поэтому его нужно сделать максимально грамотно. Итак, что у нас, во-первых, по стоянкам? Все меньше и меньше, ребята, на стоянок. То есть уже, получается, эту я вроде как обшерстил, и ту обшерстил. Но вроде как на какой-то... На самом деле-то... Я знаю, что нужно сделать, что нужно угнать. Потому что в том месте убываете реже всего, самое главное. Вот поэтому там нужно постараться как-то тачку угнать. На самом деле, хорошо стоят, чисто по прямой. Ну, есть такое, да, наверное. Скорее всего, да, поэтому... Киндер-пингви я люблю. Так, но... Так, давайте мы сейчас сделаем как-то, постараемся сделать все максимально... Юпарасеты. Тут мародер тебя ждет, кстати. Мародер меня уже не ждет. Мародер меня уже, ребята, не ждет, да, потому что нафиг он мне сдался. Скорее всего, Диман уже где-то рядом, да, я так понимаю, или что? Или что? Или как? А где? А! Он даже не переодевается. Чё? Опять Юрка раскидал своих ботов. Смысл вышел! Я его выкинул, получилось, прикинь. Какого хера он рядом сидел уже на пассажирском, алё? Не, он сел за рулем, но прикол в том, что, короче, прошлый раз, когда гонял тачку, не получилось из Макана выкинуть этого полицейского, получается. Как это возможно было, я вообще не понимаю. Может, я далеко то, что сейчас был? Maybe, но, друзья, я, короче, действую. В кустах я у тебя? Не, по прямой. Бро, я не у тебя в кустах. Давай без этого. Я на самом деле тачку-то постараюсь сегодня угнать крутую, хорошую, поэтому... Мне кажется, с тебя хватит крутых тачек. Да, думаешь? Ой. Уверен. Там. А ты у меня висишь на заборе. Да, не то чтобы у тебя, я так просто... Как ты там оказался, мне не знаю, не спрашивай. Это лишний вопрос, лишняя информация. Так, друзья, это последний угон на сегодня. Как-то нужно постараться тачку угнать, но... Так, вопрос лишь в том, где и кто из вас, потому что я пока не понимаю. Я пока вас не вижу и... Давайте мы просто сделаем вот таким вот образом. А что? А вдруг, ребят, все, я, короче, машину привез. Итак, что вы знаете, давайте пока прыгнем в тачку к первому копу. Ну, будь то Юрий. Можешь ко мне прыгать. Даша, скорее всего, где-то ты ее здесь поставил, полюбасу. Ну, ты быстро ее бросил. Ну, это, скорее всего, да. Ну, и... Блин, ну, это было... Знаешь, повезло, что я видел, как ты в гранатечке ешь, и то, что обратно вернулся. Если бы ты дальше уехал, я бы тебя потерял, понял? Чем вы еще знаете, пацаны? Чем вы знаете еще? Я знаю много. Все-таки Диман ехал до машины, да? Я на кладбище ждал, смотрел, да, приедешь ты или не приедешь. Ты приехал, а потом, короче, я прыгнул, да, я с тобой ехал. Да, я так и понял. Еще знаю, подожди. Еще знаешь, серьезно? Ты что, это мой бот! Это мой бот здесь. А, я вообще про него забыл. Ну ладно. Окей, хорошо, ребята, давайте покажем нас на парковке. Это, получается, моя первая. Находится вообще, ну, более-менее в таком прикольном месте. А, это, получается, две машины в одном месте. Это вот здесь, вот получается, вот за углом. Две тачки здесь стоят. Неплохо получилось. И еще одна парковка. Это, получается, вот здесь. А, вы реально ее не нашли? Да даже удивлен. Это, получается, у нас реактивная тачка. Она, кстати, у меня отмечена. Я просто забыл сказать. Ну, не сказал ты, не сказал. Она отмечена у меня. Собираем 4000 лайков, выходит на Мика серия по битве кобов против воров. Всем удачи, всем пока. Давай, пока, ребятушки.